Итак, друзья, тема моя, draugi, mana тема сегодняшней проповеди, man svētrins tēma šodienas, когда боги молчат, kad dievi klusē, когда боги молчат, kad dievi klusē, когда боги молчат, kad dievi klusē, народ унывает, tauta skumst, и бедствует, un cieš bēdas, когда боги говорят, tad, kad dievi runā, и действуют, un rīkojās, народ веселится, tauta līksmojas, народ, у которого разорвана tauta, связь с их Богом, kurai sarautas saites ar viņu Dievu, деградирует, degradē, и погибает, un aiziet bojā, народ, у которого tauta, обеспечена глубокая связь с их Богом, kuri nodrošināts dziļas saites ar viņu Dievu, процветают, uzplaukst, никто не будет спорить с тем, neviens nestrīdēsies pret что to, сила Бога, ka Dieva spēks, в его народе, ir viņa tautā, а сила народа, bet tautas spēks, в его Боге, ir viņa Dievā, и до тех пор, un tik ilgi, пока народ, kamēr tauta, чтит своего Бога, godā savu Dievu, исполняет его заповеди, izpild viņa baušļus, поклоняется, pielūdz viņu, приносит ему жертвы, pienes viņam upurus, удовлетворенный Бог удовлетворяет абсолютно все потребности своего народа. Почему я говорю боги? Потому что у каждого народа есть свой Бог. У мусульман свой. Мусульманем у индусов свой. Индузием у африканских шаманов. Африкань и племен. Un ciltīm, свои боги, savi dievi, у христиан, kristiešiem, mums, свой бог, ir savs dievs. И понимаете, о чем речь un идет? Un saprotiet, par ko iet runa? Идет война. Notiek karš. Идет война между богами. Notiek karš starp dieviem. И какая задача у дьявола? Un kāds uzdevums ir velnam? Задача дьявола? Velna uzdevums. Сделать все необходимое. Izdarīt visu nepieciešamo. Чтобы твой и мой бог умолк. Un mans dievs apklustu. Чтобы его пророческое слово замолкло. Pravietiskais vārds apklustu. Чтобы компьютер lai дал сбой, aiziet bojā, чтобы запустить вирус в эти программы, вирус šīs programmās, чтобы Бог замолчал, lai Dievs apklustu, и горе нам, un bēdas mums, если наш Бог замолчал, ja mūsu Dievs ir apklusis, горе нам, bēdas mums, если Бог наш перестал действовать, ja mūsu Dievs ir pārstājis rīkoties, как соль, которая теряет sals, силу, kur zaudē spēku, и уже ни для чего не бывает полезно, nedar nekam, но ее только выбрасывает вон bet to var izmest tikai на попрание людям. Lai cilvēki sami iedien. То же самое tas pats происходит с народом, notiek ar tautu, который потерял Бога. Kurš pazaudējis Dievu. Народ теряет силу, tauta zaudē spēku, влияние, ietekmi, успех, авторитет, veiksmi, autoritāti. Народ превращается в толпу, tauta pārvēršas par pūli, в диаспору, par pūli, просто в беженцев, vienkārši par bēgļiem, которые окажутся рано или поздно, kuri agri vai vēlu, в плену, būs gūstā, рабами, par vergiem, и они исчезают с лица земли, un tie pazūd no zemes virsas. Поэтому первичная заповедь, tāpēc, pirmais bauslis, цивилизационная заповедь, цивилизацийas bauslis, цивилизации существует только потому, что эта универсальная заповедь кем-то исполняется. Tikai tāpēc, ka šo bausli kāds izpilda. Возлюби Господа Бога Ievīl твоего Dievu savu kungu, всем сердцем, всей душой, ar visu sirdi un dvēseli. Между прочим, эту заповедь starp выполняют šo bausli izpilda. Сибирские шаманы, они своего Бога любят всем сердцем. Mīl savu burri ar savu Dievu ar всей душой, всей крепостью своей. Ацтеки, ацтеки исполняли эту заповедь, почитая своего Бога, получая информацию от своего Бога. Информацию от своего Дева. Клинопись, оставляя после Вени себя календари, календарус, а потом исчезали. Bet pēc tam pazuda. Почему? Kādēļ? Как только разрывается связь. Kā tikai tiek sarauta saite. Народа, tautai, со своим Богом, ar savu Dievu, он деградирует, tas tā degradē, слабеет, kļūst vājāk, и исчезает, un pazūd, с лица земли, no zemes virsas. Так вот, задача дьявола, tā velna uzdevums, чтобы наш Бог, lai mūsu Dievs, Бог Авраама, Абрахама, Исаака, Izaka, Якова, un Jākaba Dievs, отец Господа нашего, mūsu, Иисуса Христа, kunga Jēzus Kristus tēvs, отец небесный, debesu tēvs, умолк, apklustu. Почему он провоцирует грех? Kāpēc viņš provocē grēku? Почему он провоцирует? Kāpēc viņš provocē? Бунт. Dumpi. Почему он обольщает сознание людей? Пievil cilvēku apziņu. Пересорить. Lai детей Божьих cilvēki savā starpā с Отцом Небесным. Un strīdētos pret debes tēvu. Богу твое здоровье 100 лет
Дьяволу твое здоровье 100 лет не нужно. Vēlnam 100 gadu nav vajadzīga tava veselība. Дьявол борется против моего здоровья. Cīnās pret manu veselību. Твое здоровье ему 100 лет не нужно. Tava veselība 100 gadu viņam nav vajadzīga. Дьявол сражается. Vēlns cīnās. С моим благосостоянием. Par manu labklājību. 100 лет ему твое благосостояние. Он так такое, у него такое благосостояние. Viņam ir tāda labklājība, что тебе вообще не снилось. Ka tev pat sapņos nerādās. Знаете, какая главная цель у дьявола? Jūs zināt, kāds galvenais mērķis vēlnam? Забить клин между тобой starp tevi и твоим Богом, un tavu чтобы Dievu, Бог умолк. Lai Dievs apklustu. Самое страшное pati briesmīgākā состояние stāvoklis. Самое pats, великая трагедия pati lielākā traģēdija, это когда ты перестал tas ir tad, kad tu слышать dzirdēt голос Бога. Dievu balsi. Это когда ты перестал tas ir tad, kad tu pārstāji видеть, redzēt действование Божье. Kā rīkojās Dievs? Когда Боги молчат, tad, kad Dievi klusē, народ деградирует, tauta degradē, исчезает с лица. Pazūd no zemes virsas. Никогда nekad не привыкай к тому, nepierod pie tā, что Бог молчит, kad Dievs klusē. Это опасно. Tas ir bīstam. Когда Бог молчит, tad, kad Dievs klusē, надо звонить во все колокола. Jāzana visos zvanos. Где же ты, Господь? В ночи дающий песню, где же ты, Господь, дающий сердцу покой. Это не просто песня. Да, но венгарж, да, но если ты меня спросил, пастор Алексей, что тебя заставило писать эти песни? Kas piespēja tevi rakstīt šīs dziesmas? Паника. Паника. Страх. Bailes. Остаться одному. Palikt vienam. Потому что пока Бог на твоей стороне. Tāpēc, kamēr Dievs ir ar tevi. Ты можешь все. Tu vari visu. Но когда Бог оставляет bet тебя, tad, Dievs atstāj tevi, ты ни на что не годен. Tu nedari nekam. Ты как выкуренная сигарета. Tu esi kā izsmēķēta cigarete. Ты как салфетка использованная. Tu esi kā izlietot salfete. Ap tebя ноги вытру. Pret tevi kājas noslogā. И фамилии не спросят. Un nepaprasīs pat uzvārdu. Если Бог за нас, ja Dievs ir ar mums, кто против нас? Tad kurš ir pret mums? Но если ты один, bet ja tu esi viens, ты самый, tu esi pats несчастный, nelaimīgākais человек. Cilvēks. Моя первая мысль. Man pirmā doma. Не привыкайте. Nepierodiet. К нейтралитету. Pie neutralitātes. Ну, мы же не ссоримся с Богом. Nu, mēs ar Dievu nestrīdamies. Сначала нейтралитет. No sākuma neutralitāte. А потом скандал. Bet pēc tam skandāli. Поэтому мы от лица Господня. Tāpēc mēs no tā Kunga vārda šodien prosim. Lūdzam. Каждого. Katram. Примиритесь. Izlīgstiet. С Богом. Ar Dievu. Когда Боги молчат. Tad, kad Dievi klusē. Это трагедия. Tā ir traģēdija. Это почти уже. Tas gandrīz kā. Смертный приговор. Nāves spriedums. Когда Боги молчат. Tad, kad Dievi klusē. Стервятники летают. Tad maitas putni sāk lidot. Когда Боги молчат. Tad, kad Dievi klusē. Враги приближаются. Ienaidnieki tuvojās. Когда Боги молчат. Tad, kad Dievi klusē. Вокруг твоих стен окопы роют. Staviem mūriem sāk. Когда Боги молчат, на тебя уже. Ierakumus, kad Dievi klusē. Uz tevi jau liek krustu. Но если Бог за нас, bet, ja Dievs ir ar mums, нам никто не страшен. Tad ne no kā mēs nebīsimies. Я все смогу в укрепляющем меня. Es spēšu visu tā spēkā, Иисусе Христе. Kas dara man stipru. Поэтому дьявол не охотится за твоим Tāpēc, благосостоянием. Velns nedzinās pakaļ tavam labklājībai. Он пришел, чтобы украсть, viņš ir atnācis, lai nozakt, nogalināt un nomaitātu. Украсть. Nozaktu. Твою веру. Tavu ticību. А вера – это твои взаимоотношения с Богом. Ir tavas attiecības ar Dievu. Украсть. Nozaktu. Убить, nogalināt твое упование, tavu paļāvību. И погубить без Бога тебя погубить. Un nomaitāt, pēc Dieva tevi viegli nomaitāt. Никогда не привыкай. Nekad nepierodi. К молчанию. Pie klusēšanas. Никогда не привыкай. Nekad nepierodi. Нейтралитет. Pie neutralitātes. Запрещен. Neutralitāte ir aizliegta. Он может превратиться tāpēc, в жуткий конфликт. Var pārvērsties par drausmīgu konfliktu. Напротив. Tieši pretēji. Наш Бог mūsu Dievs хочет, grib, чтобы Боги lai Dievi наших врагов умолкли. Mūsu ienaidnieku Dievi apklustu. Чтобы Боги lai наших врагов mūsu ienaidnieku Dievi замолчали apklustu. И потеряли всякую власть. Un zaudētu katru varu. Поэтому духовная брань tāpēc garīgā cīņa имеет один практический смысл. Tā ir viena praktiska nozīme. Чьи Боги умолкнут, тот и проиграл. Apklusēs, tas arī zaudēs. Чьи Боги продолжают действовать turpina rīkoties в своем народе, savā tautā, эти народы выиграют. Šīs tautas vinnēs. Amen. Amen.
Вот почему дом мой, mans, дома молитвы наречется, сказал Иисус, я хочу проявить себя сильным в своем народе. Почему он говорит, возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью. И я сделаю вас славнее всякого другого народа. Почему нужно, чтобы здесь звучало свидетельство? Я был слеп, теперь вижу. Я был внизу, теперь я вижу. Словом свидетельства мы разрушаем дело дьявола и говорим, Бог среди народа своего, Бог в церкви своей, наша сила в нашем Боге, мы тот народ, у которого Господь есть Бог, не теоретически. Почему о пророческом помазании мы так часто говорим в последнее время? Пророческое помазание, наличие пророческого помазания говорит о том, что Бог среди народа Руна своего. Про то, как Диос стал с виду. Амин. Амин. Я перед собой ставлю эту цель, ну, что в моей плечи, церкви, лай мана драузе, в моем доме, мана нама, в моем сердце, мана сирди, Бог Диос говорил, Рунату, Бог действовал, Риквотос, Бог Диос, что угодно, веналга куа, только не оставляй меня, только не отставай меня, только не оставляй, только не отставай меня. Даже если согрешил, покайся, как Давид, только Духа Святого не отнимай от меня. Не отнимай. Если ты со мной, хоть обличаешь, хоть лечишь, хоть исправляешь, да лучше в твои руки попасть, чем попасть в руки человеческие. Я прошу вас, уважаемые друзья, если кто-то сегодня конфликтует с Богом, если у кого-то обида на Бога, что-то Бог не то сделал, простите меня за такое выражение. Простите Бога, и Бог вас простит. Многие до сих пор Бога простить не могут. Как это Бог такое мог допустить? А знаете, иногда из-за непонимания даже приходит такое. Но неиспратность, та, мы вчера были в одной церкви в мы нашей. Мы вчера были в одной молодая пара. Яунс пара. Симпатичная жена. Симпатиск сын. Симпатичный муж. Симпатиск вирс. Родился ребенок. Бедзим бернц. Присмотрелись. Искатыяс. Даун. Даунс. Возникает тысячи вопросов. Он род стуктушем яутаем. И вы знаете, они все стандартные. У него знает, весь тир стандарт его тайме. Зачем? Почему? Кадель, капец. Как? Ка? Мы. Мейс. Служим тебе. Калпоем тел. У тех, которые не служат. Тем, кури не калпо. Все в порядке. Весь карты ибо. А у тех, кто тебе служит. Бет тем, кис калпо тел. Я не говорю о капризных людях. Эс не рунаю пер капризен целвакем. Я говорю о тех, эс рунаю пер тем, кому иногда приходится, курием даже и знакас, проходить то, чего ты не прошел, изи цаур там, ту, кам ту не изгайс, эс не изгайс. Я счастливый человек. Эс эс ламикс целвакс. Мне родились все дети. Ман пьедзем виси бэрни. Полноценные. Пилнвертиги. Благословенные. Светити. Красивые, скайсти, умные. Гудри. Я не знаю, что такое. Эс не знаю, кас тас ир тац. Когда в семье. Кад димене. Появляется вот такое. Парадат стац бэрнц. И что делать этим людям? Куда речь им целвакием? Как это вот как? Взять это по ним то и спрятать и делать он вид, как будто ничего не происходит? Он излектесит, как никас не нотек. А мысли что не возникают? Бет думс в это не родас. А если чуть-чуть расслабиться? Бет друсень отбривотес. Эти мысли? Та чиз думас? Они умножаются. Винь сваруяс. И вот эти немые вопросы. Он ще клусия яутаюми. Почему так произошло? Капец та нотек. А почему вот это произошло? Bet kāpēc šis ir noticis? Недавно у нас была трагедия, помните? Nesen mums bija traģēdija, atcerieties? Молились за одного молодого человека. Лудзам par vienu jaunu cilvēku. Который пропал. Kurš pazuda? 25 лет. 25 gadi. Красивая жена. Skaista sieva. Ребенок. Bērns. Самоубийство. Pašnāvība. И жена. Un sieva. С красивым ребеночком. Ar skaistu bērniņu. Ребеночек не даун. Bērniņš nav dauns. Жизнь как жизнь. Dzīve kā dzīve. У кого-то ребенок. Kādam bērns. А у кого-то муж. Bet kādam vīrs. Самоубийца. Pašnāvnieks. Что делать? Ko darīt? Кому претензии? Kam претензijas iteikt? Искать. Kur meklēt? Причину. Iemeslu.
Те люди, которые это не проходили, они разъяснят и объяснят про родословное проклятие, про какие-то там причины и все такое. А есть... Есть героизм веры. Ir ticības varoņi. То, что непонятно, kas nav saprotams, отложить в сторону, nolikt malā, сказать Бог, un teikt Dievs, что бы в моей жизни не происходило, lai kas arī manā dzīvē nenotiktu, я уповаю на тебя. Es paļaujos uz tevi. Ты всегда прав. Tu tev vienmēr taisnība. Непонятное. Несопротама. Или сокрытое принадлежит Богу. Vai apslēptā pieder Dievam. Открытое. Atklātā. Принадлежит нам. Pieder mums. И мы следим за тем, mēs lūkojam aiz tā, чтобы не конфликтовать. Lai nekonfliktētu ar viņu. Моей жизни тоже миллион вопросов. Manā dzīvē arī ir miljoniem jautājumu. Я много чего в своей жизни хотел видеть иначе. Ko savā dzīvē gribēju redzēt savādāk. Я много хотел в жизни, в церкви видеть много чего иначе. Dzīvē un draudzē gribēju redzēt savādāk. В своем родстве я тоже хотел много чего видеть иначе. Un gribēju redzēt daudz savādāk. Но, увы, не всегда. Bet, diemžēl, желаемое совпадает с действительным. Vēlamais sakrīt ar esošo. Kā kto-то сказал. Kā kāds sacīja. Зрелость. Briedums. Это способность справиться с неопределенностью. Ir spēja tik galā ar nenoteiktību. Так легко жить, когда все черно. Tik viegli ir dzīvot, когда все balts, а когда неопределенность. Bet, kad ir nenoteiktība. И эта неопределенность продолжается. Un šī nekonkrētība turpinās. И она может угнетать. Un tā var nospiest. И может возникнуть депрессия. Un var rasties depresija. Но почему нам Дух Святой нужен? Kādēļ mums vajadzīgs Svētais Gars? Дух Святой нам нужен. Svētais Gars ir vajadzīgs. Как утешитель, kā mierinātājs, как тот, кто тебя исцеляет, kā tas, kurš tevi dziedina, и как тот, который продолжает защищать твои отношения с Отцом Небесным. Слышите? Dzirdat? Задача дьявола Valna uzdevums. Пересорить тебя с Отцом, sanēdot tevi ar tēvu, задача Духа Святого, Svētā Gara uzdevums. Примирить тебя с Отцом, izlīgt tevi ar tēvu. Чтобы даже если в жизни ничего не поменялось, lai pat dzīvē nekas nav mainījies, вдруг ты почувствовал, что поменялось твое отношение к Богу. Kad ir mainījusies tava attieksme pret Dievu. Даже мудрецы этого мира говорят, šīs pasaules gudrie saka, если ты не можешь, ja tu nevari изменить ситуацию, izmainīt situāciju, измени отношение к Богу. Измени attieksme pret situāciju. Вот что Дух Святой Lūk, делает. Ko dara Svētais Gars? Вот нам почему такие молитвы Lūk, нужны. Kādēļ mums ir vajadzīgs tāds lūkšanas? Kungs. Посмотри на мое сердце. Paskatīs manā sirdī. Озари мое сердце. Apgaismo manu славой sirdī. Своей. Ar savu славу. И от Духа Твоего Святого. Un no Tava Svētā Gara. Излей. Izlej. Дай мне мыслить так, Dod man domāt как tā, мыслишь ты. Kā domā tu. Уважаемые друзья. Cienījamie draugi. Ссора с людьми. Nāc ar cilvēkiem strīdi. Tas ir slikti. Но не настолько трагично. Bet ne tik traģiski. Как если у тебя ссора. Kā ja tev ir strīdi. С Богом. Nāc ar Dievu. Вот это трагично. Tas ir traģiski. Не ожесточите. Neapcietiniet. Сердце ваше. Savas sirdis. Когда звучит слово Божие. Dieva vārds. Мы вчера где-то рассуждали. Mēs vakar kaut kur spriedām. Эта фраза мне она. Un šī frāze. Очень запомнилась. Ļoti es paliku atmiņā. Когда один человек говорил другому. Tad, kad viens cilvēks teica otram. У которого были сплошные претензии. Kuram bija vesela kaudze ar pretenzijām. И к жене. Gan pret sievu. И к церкви. Gan draudzi. И к работодателям. Gan darba devējiem. И к Богу. Un pret Dievu. Бог всегда. Vienam Dievam vienmēr ir taisnība. Вот запиши сейчас, вот пираксти, tagad tu atceries три важных слова. Šīs trīs svarīgos чтобы не происходило. Lai kas arī nenotiktu. В твою ли пользу. Vai par labu tev. Или не в твою пользу. Vai ne par labu tev. Терял ли ты что-то. Vai tu esi zaudējis или kaut ko. Или приобретал. Vai iemantojis. Я никогда. Es nekad. И никому. Un nevienam. Не позволю. Neatļaus. Пересорить. Меня с Отцом Небесным. Mani ar manu debesu tēvu. Просто огороди. Vienkārši norobežo. Проведи вот эту черту. Novelčo svītru. От всех чертей. No от всех бесов. Valniem, от всех visiem демонов. Ļaunajiem gariem, visiem от всех людей. Демоniem, cilvēkiem. Эта тема табу. Un saki, šī tēma ir tabu. Я в завете с Богом. Es esmu derībā ar Dievu. Это святыня. Un tas ir svētums. Какие бы каверзные вопросы ни звучали, лай тик вилтыги несканату, тебе не удастся тев не издосies, пересорить меня санайдот маны с Отцом Небесным. Ar debesu tēvu. По-человечески скажу, это Bet выгодно быть с Богом. Скатуема, teikšu, tas ir что он тебя защитит, сохранит, aizsardās, исцелит, saglabās, поднимет, благословит, светит. А с твоей дурацкой правдой. Bet ar tavu muļķīgo patiesību. Я не понимаю. Es to nesaprotu. Я за то, что ты вдруг начал понимать. Tāpēc, ka no tā, ka tu pēkšņi sāc гарантия безопасности у тебя возросла. Гарантия tev pieaugtu.
никогда Nekad, и никому nevienam, не позволь neatļauj, перессорить sanaidot тебя tevi с Богом. Ar Dievu. Перессорить тебя sanaidot с Иисусом. Tevi ar Jēzu. Ты будешь никто, tu būsi nekas, и ты будешь ничто. Un tu nebūsi nekas. Как соль, kā sāls, которая потеряла силу, kas zaudējusi spēku, ее выбрасывают вон. Izmet ārā. Поговори с отступниками, Paruna ar atkritējiem, и ты увидишь и их un tu ieraudzīsi viņu nelaimīgos, проклятую судьбу, nolādētos dzīves. Они пытаются всем доказать, viņi cenšas visiem pierādīt, что и без Бога у них все круто, ka arī bez Dieva viņiem viss ir labi. Остаются одни, bet tad, kad viņi paliek vieni, момент истины, tad ir patiesības mirklis. Основа нашего счастья, mūsu laimes pamats, нашей судьбы, mūsu dzīvē, нашего достоинства, mūsu pašcieņai, это Бог, tas ir Dievs. Amen. Amen. Только в Боге Tikai Dieva успокаивается душа моя. Mana dvēsele gūst mieru. Только в Боге Tikai Dieva твердыня спасения ir mans glābšanas cietoksnis. Живущий под кровом kas Всевышнего. Dzīvo zemes augstākā patvēruma. Под сенью всемогущего покоится. Visu varenā ēnā. И говорит Господу, прибежище мое, Tu esi mans patvērums, сила моя, mans spēks, Бог мой, Dievs mans, на которого я уповаю, uz kā es paļaujos, не убоишься ужасом ночи, nebīsies nakts briesmu, стрелы летящие днем, un lidojušās bultas dienā, яс выходящий в полдень, un čūla, kas staigā dienā, падут возле тебя тысячи, kritīs tev blakus tūkstoši, un 10 tūkstoši tebя, pa labo roku tev, но к тебе не приблизятся, bet tie tev netuvosies, потому что ты избрал Господа, esi izraudzījis to kungu, прибежищем своим. Par savu patvērumu. Момент истины. Patiesības mirklis. Двойное избрание. Divkārša izraudzība. Бог тебя избрал. Dievs izraudzīja tevi. И теперь ты его должен избрать. Un tagad tev viņš ir jāizrauga. Сколько сегодня людей, которых Бог избрал? Šodien cilvēks Dievs ir izraudzījis. А люди Бога не избрали. Bet tie cilvēki nav izraudzījuši. Чудеса будут происходить. Защита будет в твоей жизни. Notiks, aizsardzība notiks. Если ты согласишься, ja tu piekritīsi, избрать Бога, izraudzīties Dievu, своим прибежищем, par savu patvērumu. У нас вариантов нет. Mums nav variantu. Другого Бога нет. Другой Библии нет. Citas Bībeles nav. Другого Христа нет. Cita Kristus nav. Примиритесь с Богом. Izlīgtiet ar Dievu. Как бы плохо не было. Lai cik slikti nebūtu. Запомните, это сатана. Atcerieties, tas ir Satans. Это дьявол. Tas ir velns. Пытается оторвать тебя от Бога. Atraut tevi no Dieva. И потом ты ничто. Un pēc tam tu esi nekas. Это классика. Klasika. Помните Эдемский сад? Atcerieties Ēdenes dārzu. Какая цель была у дьявола? Mērķis bija velnam. Оторвать, пересорить отца и его детей. Sanaidot tēvu ar bērniem. Klevita. Подлинно ли сказал Бог? Vai patiesi teica Dievs? И когда дети ведутся, un kad bērni uzķerās, происходит раскол, tad notiek šķelšanās, разрыв, sarau, грехопадение, grēkā krišana, и все. Un viss. И дьявол с этими людьми делает все, un что хочет. Человеком дар visu, ko grib. До тех пор, пока мы с Богом, дьявол ничего не может делать в нашей жизни. Vēlns neko nevar darīt mūsu dzīvē. Но когда он оставляет тебя одного, un tik līdz viņš atstāja tevi vienu, тогда ты его жертва, tad tu esi ты его заложник, tu esi viņa ķīlnieks. Amen. Amen. Поэтому примиритесь с Богом. Tāpēc izlīgsiet ar Dievu. Я повторю эту мысль. Es atkārtošu šo domu. Самая большая трагедия. Pat lielākā traģēdija. Tad, kad Bogi molčat. Tad, kad Dievi klusē. Потому что в этот момент Tāpēc, kad šinī mirklī, народ унывает и бедствует. Tauta skumst un cieš. Народ, у которого разорвалась Tauta, связь, kurai saitas с Богом, ar savu Dievu, деградирует и погибает. Деградē un aiziet bojā. Народ, у которого обеспечена Tauta, глубокая связь с Богом, nodrošināt dziļa saites ar Dievu, процветает. Uzplaukst. Поэтому храни эту Tāpēc, связь. Tāpēc sargā šīs saites. Храни этот завет. Sargā šo derību. Что бы ни происходило, lai kas arī nenotiktu. Первая заповедь. Pirmais bauslis. Это первое условие. Tas ir pirmais noteikums. Чтобы защитить наши отношения. Lai aizsargātu mūsu attiecības. Возлюби Господа Бога. Iemīli Dievu savu kungu. Всей крепостью. Ar visu savu spēku. Всей душою своей. Ar visu savu dvēseli. И ближнего своего как un самого tuvāko себя. Sevi kā sevi pašu. Никогда не привыкай к молчанию Бога. Nepierodi pie Dieva klusēšanas. Привыкай к тому, что Pierodi pie tā. Божий голос внутри. Kad Dieva balss ir iekšā. Слово Божье. Dieva vārds. Откровение. Atklāsmes. Это твоя стихия. Tā ir tava vide. Это твоя стихия. Tā ir tava vide. Бог живой. Dievs ir dzīvs. В моей жизни. Manā dzīvē. И люди это вокруг видят. Un cilvēki apkārt to redz. Пророк Авакум. Первая глава. Хабакук. Pirmā nodaļa. Пророческое видение, которое видел пророк Авакум, ko redzēja pravietis Habakuka,
Смотрите. Skatieties. Реакция здорового, нормального реакция Божьего человека. Нормалом Дьяву человеком. Да коли, Господи, я буду взывать. Cik ilgi es kungs saukšu? А ты не слышишь. Bet tu nedzirdēsi. Буду вопять к тебе. Es saukšu uz tevi. О насилии. И ты не спасаешь. Un tu neglābi. Для чего мне видеть злодейство? Kādēļ man redzēt šos darbus? И смотреть на бедствие. Un skatītos uz ciešanām. Грабительство и насилие. Uz laupījumiem, vardarbību. Передо мною. Manā priekšā. Вражда восстает. Kādēļ ienaids ceļās? И поднимается раздор. Un paceļās šķelšanās. И от этого закон теряет силу. Un no tā likums zaudē spēku. И суда правильного нет, un taisnas tiesas nav, так как нечестивый одолевает праведника. Tāpēc, ka bezdīvīgais uzveic taisno. Видите ли? Redzat? Когда Бог перестал говорить среди праведных, tad, kad Dievs pārstāja runāt ar taisnajiem, праведники становятся слабыми, taisnie kļūst vāji, и нечестивые, un bezdīvi, которые поклоняются своим богам, kuri pielūdza uz dievus, они одолевают праведников. Viņi uzvar taisnos. Правила игры, spēles noteikumi, prosti, ir vienkārši. Тот народ, tā tauta, Бог, которого продолжает говорить, благословлять, kurai Dievs и иметь отношения, sveti, он будет всегда побеждать тех, attiecības vienmēr uzvarīs tos, кто со своим Богом пересорился. Kuri ar savu Dievu ir sastrīdējušies. И суд потеряет силу. Un tiesa zaudēs spēku. И справедливости не будет. Un taisnības nebūs. И нечестивые будут побеждать праведника. Uzvarēs taisnos. Если у праведника ja taisnajam оборвана связь. Ir sarautas saites. Наша сила в Боге. Давайте mūsu согласимся. Mūsu spēks ir Dievā. Piekritīsim tam. Наша мудрость в Боге. Mūsu gudrība ir Dievā. Почему написано, что да не хвалится мудрой мудростью? Lai gudrais nelepojas ar savu gudrību. Да не хвалится сильной силой. Lai stiprais ar savu spēku nelepojas. Но хвалящийся lai tas, kurš должен lepojas, хвалиться тем, что знает jālepojas ar и разумеет меня, un saprot mani, только я, Господь, jo tikai es esmu tas kungs, творящий милость, kas rāda žālstību. У дьявола Vēlnam задача uzdevums обесточить нашу связь mūsu sarūt mūsu saites и оборвать наш контакт с Богом. Un sarūt mūsu kontaktus ar Dievu. А вот у Бога bet Dievam есть своя задача ir savs uzdevums чтобы оборвать контакт lai sarautu kontaktus языческих народов ar pagānu tautām с их богами ar viņu dieviem. Потому что тот народ, tāpēc, ka tā tauta, у которого Господь есть Бог, kurai tas kungs ir par Dievu, который действует, говорит, kurš rīkojas, runā, он будет всегда побеждать. Viņš vienmēr uzvarēs. И еще один самый большой un vēl viens pats lielākais punkt. Что это за связь? Это жертвенник. Par saites, tas ir altārs. Жертва связывает народ с Богом. Dievu ar tautu. И каждый народ силен un katra tauta ir stipra savā Dievā. И для того, чтобы ослабить народ, un tādēļ, lai tautu darītu необходимо vāju, ir nepieciešami разрушить sagraut их viņu жертвенник. Altārus. Что делает дьявол? Ko dara velns? Да. Сначала разрушает no sākuma sagrauj заповеди, baušļus, и потом на un что он покушается? Uz kam viņš uzbrūk? Он покушается на твой жертвенник. Viņš uzbrūk tavam altārim. Потому что жертвенник, tāpēc, ka altārs, это то культовое место, tā ir tā kulta vieta, где духовный мир, kur garīgā pasaule, пересекается, šķērsojas, с миром материальным. Ar materiālo pasauli. До тех пор, пока народ приносит жертву своим богам, упору своим девиям, и боги принимают эти жертвы, пеним шо супорус, повторяю, удовлетворенный Бог apmierināts Dievs удовлетворяет все потребности своего народа. Как только жертвы, kā tikai upurs, разрушены, altārs tiek sagrauts, Бог бессилен. Dievs ir bezspēcīgs. Вы помните, когда пророк Илья, kad pravēc Ēlija, в пустыне, tuksnesī, под можжевеловым кустом, zem ērkšķu krūmu, жалуется Богу и говорит, Господь, Dievam, saka, kungs, minuточку, minūtīri, пророков твоих убили, tavus praviešus nogalināja, и жертвенники, un tavi altāri, разрушены, ir sagrauti. Меня вопрос. Man ir jautājums. Ну ладно, пророков убили. Ну, это labi, понятно. Pravēšus nogalināja, tas ir они skaidrs. Говорят, viņi они runā, озвучивают. Viņi это идеологическая война. Tā ir ideoloģiska а зачем? Bet kādēļ? Разрушать. Vajadzēja sagraut жертвенники. Altārus. Но что каждый бог tāpēc, ka katrs dievs претендует pretendē на то, uz to, им, lai viņiem извините за такое сравнение. Atvainojiet par tādu salīdzinājumu. Боги питаются жертвами. Barojas ar upuriem. И эта энергия, un šī enerģija, она в духовном мире garīgajā pasaulē, меняет maina соотношение силы и влияния. Attiecības un ietekmes attiecības. Amen. Amen.
Давайте откроем сейчас одно место. Отверсим так вену ракшту вету. И мы это поймем сейчас. У меня есть то сапратисим так. К чему я это говорю? Кадели сто саку. Не ослабевай в своих жертвах. Кад не клюстывай, як сава. Жертва утверждает твой завет с Богом. Носи принтову дерибу ар деву. Жертва говорит о том, что ты ценишь. Упус, кад ту верте. Его силой. Виня спеку. Его руками. Виню руку. Его мудрость. Виня гудри. Его призвание. Ум виня айцинаемо. Давайте откроем сейчас. Отверсим так это. Первое место это исход. Пирмо Vietas ir otra 12 глава. 12 nodaļa. Народ израильский. Израиль таута. Находится в плену. Atrodas gūstā. У Египт в Египте. Египте. Целый пантеон египетских богов. Египте диос. Диеву. И что нужно? Un kas ir vajadzīgs? Сделать, чтобы более 2 миллионов людей ушли. Izdarīt, lai vairāk kā 2 miljoni cilvēku aizietu. С территории Египта. No Ēģiptes teritorijas. Нужно ослабить народ. Vajag tautu padarīt vāju. А чтобы ослабить народ, bet, lai tautu padarītu vāju, нужно совершить суд vajag veikt над богами Египта. Par Ēģiptes dieviem. Если египетские боги ja умолкнут, apklusīs, народ египетский ослабеет, и тогда ослабевшая египетская империя, Ēģiptes impērija, она не сможет удержать народ, Viņam nespējas noturēt tautu, который силен в своем Боге. Когда мы сегодня говорим, судьба Европы, liktenes, беженцы, бейгли, ислам или христианство, мы пытаемся политическими методами решить духовные конфликты. Никогда nekad. Эти конфликты политическим путем не решались. Народ, который чтит своего Бога, он будет всегда побеждать тот народ, который перестал чтить своего Бога. Амин. Амин. Народ, боги которого умолкли, проиграл. А народ, tauta, Бог которого продолжает Dios, действовать, turpina rīkoties, он всегда побеждает. Давайте прочитаем. Tā vienmēr uzvarēs. Izlasīsim. Что Бог совершил? Ko Dievs veica? Прежде чем Pirms израильскому народу выйти из Египта, Izraēla tauta iziet no Ēģiptes, жертва. Upurs. Я ставлю акцент на этом слове. Es lieku akcentu šī vārda. Смотрите, Skatējies. 12 глава. 12 nodaļa. Начинаем сразу сначала. Sākam no paša sākuma. Этот месяц должен быть у вас Šim mēnesim jābūt начало месяцев. Ir mēneša pirmā. Первым да будет он у вас между месяцами Lai года. Pirmais jums ir par mēnesi gadā. И скажите, Sakiet, 10-й день сего месяца Izraels пусть возьмут draudzē. Себе каждый Šī mēneša одного dienā, агнца lai katrs ņem vienu jēru, по семействам. Ģimenē. Если семейство так мало, что оно не съест агнец, то пусть возьмут еще. У некадам nav rocības par maza, lai ņem vēl. Пятый. Piektais. Агнец у вас должен быть без Nevainojamu порока. Jēru. Gadu мужеского vecu. Пола и так далее. Tā tālāk. И пусть возьмут от крови его, un, помажут на обоих косяках свайт дурью апмелас, и так далее. И un, пусть съедят его. Un, lai ēto, десятый. Не оставляйте от него на, до un, утра. Līdz rītam neatstājiet no tā neko. Одиннадцатый. Un, ешьте же его так. Un, šādā veidā jūs to ēdat. Пусть чресла ваши будут припоясаны. Jūsu gurni, lai ir apjosti. Обувь ваша у него будет на ногах ваших, апаутас, посохи ваши в руках, jūs спеть, jūs рукав, ешьте его с поспешностью, un edē to ātristeigā, это Пасха Господня. Ir tā kunga pasā. 12. А я сию самую ночь šinī naktī es пройду по земле египетской zemi, и поражу всякого первенца un nonāvēšu ikvienu pirmdzimušo в земле египетской Ēģiptes zemē, от человека до скота kā cilvēkiem tā lopiem, и над всеми богами египетскими par visiem Ēģiptes dieviem произведу суд. Es spriedīšu tiesu. Я, Господь. Es, tas kungs. Для того, чтобы ослабить dēļ, lai нацию, darītu vāju nāciju, необходимо, ir nepieciešams, чтобы эти национальные боги lai šie nacionālie dievi apklustu. До тех пор, tik ilgi, пока эти боги, kamēr šie dievi, активны, ir aktīvi, пока эти боги, kamēr šie dievi, получают жертвы, saņem upurus, поклонения, pielūksmi, признания, пока отзыню, боги действуют в народе, этот народ непобедим. Tauta, tauta братья и сестры, внимательно. Mas, наш Бог, Dievs, Бог всех богов. Ir visu Dievu Dievs. Амин. Амин. Понимаете, дьявол хочет, saprotiet, velns grib, чтобы мы пересорились с Богом и ослабить позиции нашего Бога в нашем Dievu, сознании, в нашей церкви, в нашей жизни. Обзиня, драудзе, и когда мы будем без Бога, tad, без мы Dieva, снова окажемся в плену. Но у Бога gustā, есть контрмеры. Bet Dievam ir kontr...
Он говорит, мэр. Принесите в жертву агнец. Сегодня у нас вторая неделя. Сегодня мы говорим про десятину. Мы сегодня говорим про жертву. Наши жертвенники утверждают авторитет нашего Бога в народе Божьем. Аминь. Принесите эти жертвы. Отнеси еще супорус. Если вы принесете жертву. Я отнеси все эту упорус. На основании этих жертв. Уже упор памята. Я пройду по. Иешу. По Египту. По Египте. И там, где будет кровь. Он только будет асенс. Что такое кровь? Касир асенс. Кровь говорит о том. Асенс руна апарту. Что здесь была смерть. Би наве. О чем жертва говорит? Прокурно упорс. И почему? Кровавые отметки на дверях и косяках дверей были запретной линией для ангела-губителя. Есть такой фундаментальный принцип. Смерть не ходит маршрутами смерти. Смерть ходит маршрутами жизни, чтобы жизнь превратить в смерть. Повторю. Откартошу. Смерть не питается смертью. Смерть питается жизнью. Поэтому, когда есть жертва, смерть уходит. Потому что смерть смертью не питается. Когда говорят, это Вельзевул. Вельзевул Вельзевула не изгоняет. Белцебул с Белцебул не изден. Смерть охотится за жизнью. За нас пет зивес. И если мы приносим жертву, у него испенсом упоры, смерть пройдет мимо. Тогда поезд горам. Смерть не ходит маршрутами смерти. Смерть ходит маршрутами жизни, потому что смерть питается жизнью. Ардзиви. А Бог все смертное поглощает жизнь. Ардзиви. Амен. Амен. И представьте себе. Он стадет из прекша. Жертва. Упурс. Это, как вам сказать, это детонатор. Ир детонатор. Духовных процессов. Горегием процессы. Они принесли жертву агнца. Вин пенеси яр парупур. Они помазали. Вини свайдие. Ангел губитель вышел. Навис ангелс изнаца. Ангел губитель. Навис ангелс. Имел приказ. Винем би павеле. Входить в дома. Ет майас. Где не было жертвы. Кур не би би супурс. Запомните, это Ацелитес. Фундаментальный духовный принцип. Тасир памат. Там, где нет жертвы. Кур на упура. Ты уязвим. Ту эси эвайноем. Там, где нет жертвы. Тур ты станешь жертвой. Люси парупури. Обмана. Мелия. Обольщения. Певелшенай. Трагедии. И катастрофа. Но там, где есть жертва, почему мы чтим эту десятину, почему мы превращаем не просто в дешевый религиозный ритуал, это гарантия моей безопасности, потому что на основании этой жертвы все ангелы-губители, как вчера, так и сегодня, они пройдут мимо. Ты веришь этому? Мы должны знать, что когда мы отдаем десятину, это не просто мы Алексею или новое поколение, ты обеспечиваешь собственную безопасность, где бы ты ни находился. Своими жертвами ты утверждаешь завет с Богом. И говоришь, Бог, я в мире с тобой. Я в завете с тобой. Я могу рассчитывать на твоих ангелов. Я могу рассчитывать на твою ревность. И я рассчитываю, что когда я приношу в жертву моему Богу, что делает Бог? Бог производит суд над богами пар моих врагов и превращает их в ничто. Амин. Амин. Что получается? Кас цанак? Аарон сделал чудо. Издрейбринуму. И жрецы сделали чудо. Он. Это была настоящая битва экстрасенсов. Вживую и по-крупному. Следующее чудо. Накоша из бринумс. Аарон бросает жезл. Мед зизли. И жрецы, бурли, на, зилные, как Бог совершает суд над богами Египта, он показывает парада, народу таутай, беспомощность их богов. Диеву. Я повторю, тоже. Не просто виртуально, не непонятно, виртуали, не они рассчитывают на своего бога, савдел, а их бог диос, оказывается израдас, уже беспомощный. Ир беспалидзийкс. Аарон бросает жезл. Аарон смет зизли. Жезл превращается в змея. Зизл спарвешас парчуску. Жрецы бросают. Ши, бури мет зизли. Свои жезлы.
И эти жезлы превращаются в змея. Но что происходит дальше? Bet, kas notiek tālāk? Уму непостижимо. Пратам неаптверамас вот лиетас. Этот жезл. Шис. Арон Зизлс, который превратился в змея, парвертас пар чуску, он превратился в большого крокодила, tas парвертас пар лиелу крокодилу, он открыл свою пасть, tas отвер саву риклы, и подходит к этим вот змеям, чускам. А ты куда идешь? Он сказал, ты курей. И он взял их и пожрал. Он по нему напритас. И что означает? Un, ko tas nozīmē? У жрецов бурвием были жезлы, bija зижли. А теперь этих жезлов bet tagad šo не зижлю, vairs nav. А что означает жезл? Bet ko nozīmē зизлс? Это символ власти. Tas ir varas simbols. И авторитета. Un autoritātes simbols. Братья и сестры. Брали умас. Когда мы приносим жертвы. Tad, kad mēs pienesam upurus. Господь совершает суд над богами Египта и показывает par их беспомощность. Un parāda viņu bezpalīdzību. И их бессилие. Viņu bezspēcību. Жезл в твоих руках Zizls останется. Зизлс tavās rokās paliks. А жезлы в руках bet zizli, viņu rokās, ienaidnieku rokās. Их нету. To nav. И знаете, чем все закончилось? Un, ziniet, ar ko viss beidzās? Закончилось тем, что beidzās ar to, Господь начал просто издеваться kad над фараоном. Dievs vienkārši sāk nirgāties par faraonu. Он приказал лягушкам, viņš pavēlēja vardēm, всем жабам, visām vardēm, короче, устроить штурм зимний. Un sarīkoja ieņem ziemas pili. Я не знаю, сколько тысяч там было. Es nezinu, cik tur tūkstoši bija. Но мне бы дико любопытно bet man būtu ļoti ziņkāri, посмотреть, paskatīties на это нашествие. Uz šo uzbrukumu. Жрецы уже не могли этого делать. Šie burvi vairs to nevarēja izdarīt. Заканчивается очередной день. Beidzās kārtējā diena. И фараон идет домой. Un faraons iet uz mājām. Он думал, что это постриженный газон. Viņš domāja, ka tas ir nopļauts zālais. Šivielica. Bet zālais kustās. Смотрите, это все лягушки. Skatās, tas ir varas. Жабы, даже не лягушки, жабы. Кто-нибудь хоть раз прикасался к этому существу? Kāds ir pieskaries kaut reizi šai? Посмотрите, какая мерзость это. Ziniet, kāds tas ir? Я не думал, что кто-то брал ее. Es nedomāju, ka kāds ņēma rokās bučo. Ой, kāda vārdī, krupīts. Это мерзость какая. Tā ir kaut kāda nelīga. Это мерзость. Un viss tas. Наполнила весь дворец. Piepildīja visu pili. Фараон начинает молиться. Фараон сак лукт. Просить всех богов. Просить висим девием. Уберите этих лягушек. Чис. А боги говорят, не можем убрать лягушек. Bet Dievs saka, nevaram aizvākt. Знаете, что Бог хочет отомстить. Jūs zināt, ko Dievs grib atriekties. Дьявол, потому что Velnam. Сколько христиан Tāpēc разочаровались в своем боге. Vīlā savā так вот, Dievā. Поверьте. Tad ticiet man. Господь хочет, чтобы Kungs grib. Египтяне lai эгиптеши разочаровались в своих богах. Savos dievos. Они просят. Viņi lūdz. А боги не могут сделать. Bet Dievi to nevar izdarīt. Заходит на кухню. Iet virtuvē. Фараон. Фараонс. На его кресле сидит Viņa самая большая. Kreslā sēž pat lielākais. Жаба. Крупис. Ну где ты задержался? Ну kur tu kavējies? Открывает холодильник. Atver ledusskapu. А там мороженое жаба. Bet tur sasaldēts крупис. А холодного не хотели бы. А уксту кого не гребут. И знаете, фараон начал понимать, Un, что знаете, над ним сака сапрас, Бог издевается. Вот что Бог хочет Lūk, повторить сегодня. Grib, если шоден, мы уверовали, что наш Бог тот же самый, рука его не сократилась, чтобы спасать, vajag, и ухо его не отяжелело, чтобы слышать. Smagāk, он хочет посрамить всех врагов и совершить суд над богами Египта. Потом уже это так достало все. Un tas viss jau tā viņam apmūt. Но что, когда он уже спать пошел, думаю, tad, ну, спальня-то никого не будет. Un думаю, ну, гулям из тебя невен не būs. Одеяло открывает. Пацель сегу. А там три жабы. Ну, что, tu... вчетвером? Три свардс, ну, ко? Четверо? А это что? Bet tas, kas? И потом, знаете, ночью. Un, ziniet, pēc tam naktī. Слушайте, ночью. Фараон вызывает. Фараон изсауц. Mūzum, заколебали, saka, все. Еще вот, что осталось, это Vēl, что? Viss, kas ir palicis. Вы куда хотели идти? Kur jūs gribējāt iet? Да. Ejiet uz turieni. Не просто идите. Ne visi vienkārši ejiet. А вот просто идите. Bet vienkārši ejiet. Даю вам все документы. Dod visus dokumentus. Кого хотели брать? Ko gribējāt ņemt līdzi? И жен, и детей. Bez sievām, bez bērniem. И бизнесу. Un biznesu. Берите, потому что вы нас задолбали. Tāpēc, ka jau esat apnikuši. Viss. Наши боги нам Mūsu перестали dievi. Помогать. Pārstāja а ваш palīdzēt, Бог вам так помогает, jums tā palīdz, что у нас вообще ka mums vispār никаких шансов не остается. Nekādas iespējas nepaliek. Я к чему это говорю, друзья? Kādēļ es to saku, draugi? Когда боги молчат, tad, kad dievi klusē, народ слабеет, tauta kļūst vājāk, деградирует, degradē, и мельчает. Un iet mazumā. А народ, у которого bet Господь tautai, есть tas, Бог, ir Dievs, он становится влиятельным, ietekmīgāka,
Он обобрал весь Египет, и они достойно ушли. Я к чему это говорю? Мы должны сегодня осмыслить принципы и сказать, время не роптать. Это не время с Богом какие-то капризные вопросы решать. Время взыскать Бога живого. Время обратиться к пасхальному агнцу. Время принести жертву для того, чтобы слава Божия пришла. Итак, я мечтаю, знаете, о чем? Увидеть, как Бог совершает суды над современными европейскими богами, чтобы те народы, которые поклоняются этим богам, они вдруг обнаружили свою беспомощность и свое ничтожество. А наш Бог вышел на арену и явил свою силу, излил бы на всякую плоть, и мы бы провозгласили всем народам, Господь царствует. Амин. Скажи вместе со мной, мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Наш Бог есть Бог всех богов. Если вчера Он совершал суды над богами Египта, чтобы ослабить эту империю, Его рука не сократилась, чтобы совершить то же самое в современном европейском пространстве. Скажи, Латвия станет цитаделью христианской культуры и духовного возрождения, потому что мы тот народ, у которого Господь есть Бог. И если Бог за нас, кто против нас? Амин. Воздай ему великую славу. Халлелуйя. Дальше. Талак. Прочитаем. 18 глава, 3 книги Царств. Ну, для первой тени. Здесь так говорится. Четвертая текст. Пришли. Давайте прочитаем эту историю. Ласом шонотикум. С 20 стиха. Но 20 пантиня. Третье Царств, 18:20. И послал Ахав. Ко всем сынам Израилевым собрал, всех пророков накормил. Ари правеш кармел кална. И подошел Илия ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на оба колена? Илгиус клибос эту уз абам. Если Господь есть Бог, это скунксир Диос. Последуйте ему. Тацекует виням. Если Ваал, я Баалс. Пусть тогда он. Ир Диос тадлай виням. Кстати, вот это была честная дуэль. Та бы годыйка дивковая. Это была честная битва экстрасенсов. Та бы годыйка экстрасенс цинь. Это была битва богов. Та бы деву. Какой бог сильнее? Куш дев стипракс. Вот за этим богом мы и пойдем. Там деву мариме сакосим. Задача народа Божьего. Деву то уцуздевумс. Показать всем народам. Парадит висам тау там. Что наш бог. Кому студиос? В лице Иисуса Христа. Деис Христос вайга. Он Господь всех господствующих. Он отнял силу у начальствующих. И властно подверг позору. Наша задача открыть самого великого, могущественного и царствующего Бога. И вот стоял выбор. Израильский народ. Он лукстав извел Израиль на перекрестке. Ир крустелес. Или идти за Богом Авраама, Исаака, Якова. Абрахама, Исаака, Якова. Или за Богом Ваала. Вай Баал Девам. И каким же образом un kādā veidā боги dievi являют свою силу? Parāda savu spēku. Каким образом? Kādā veidā? На жертвеннике. Uz altāra. Мы с вами сейчас говорим о жертве. Ar jums teikt runājam par altāru. Там, где нет жертвенника, tur, kur nav altāru, никакой бог nekāds не собирается netaisās являть свою силу savu и свою власть. Un savu varu. Какие же главные условия были? Kādi galvenie noteikumi bija? Для того, чтобы боги tam dēļ, lai dievi вышли на арену. Iznāktu arēnā. Условия были просты. Ну, так он был венкарши. Пусть дадут нам двух тельцов. Lai dod mums divus teļus. Пусть они выберут одного тельца, рассекут и положат на дрова. Паршеļu noliek uz malkas. Но огня пусть не подкладывают. Bet uguni lai nepieliek. А я приготовлю другого тельца. Bet es sagatavošu citu teļu. И положу на дрова. Un likšu to uz malkas. И когда вы построите жертвенник. Un tad, kad uztaisiet altāri. И положите жертву на этот жертвенник.
Упруши алтарь. Молитесь своему Богу. Лудит саву Деву. Если у вас Бог живой, у нее с Деву сердце. Пусть Бог ответит отбил на ваши молитвы посредством огня. Цаур угуны. Тот Бог, тас Деус, который ответит, курш отбил дейс, посредством огня, цаур угуны, тот Бог, тас Деус, и будет Богом Израиля. Бусари Израиль Деус. Мы сегодня хотим, мы сегодня грибам, чтобы в Латвии Бог, лай Латвия Деус, явил себя, парадиту себе, чтобы в европейском лай пространстве Бог явил себя, Деус парадиту себе, в конце концов, чтобы в нашей личной жизни, лай мусу персонеги адзиве, Господь явил себя, тас кунгс парадиту себе. Нельзя привыкать к тому, не дрикс перес пета, что Бог молчит, ка Деус клусай. Мы должны привыкать к тому, мы сирия перед пета, что Дух Святой, святой сгарс, каждый день, катру дену, каждую ночь, катру накты, на каждом служении, катра хапоема, озвучивает сака волю Божью, Дева грибу. И условия: призовите имя Бога, ну, вашего, а я призову имя Бога моего. Писал, и тот Бог, который тас даст курш, ответ посредством огня, Дос угуны, будет настоящим Богом. Тас лай ир Деус. И отвечал весь народ он тау и сказал: хорошо. Та ир лаби. И вот представьте, вся нация. Он садит спрекша, вися нация. Не теоретически. Не весь теоретически. Это не доктринальные споры. Ты нау мацибс. Кто правильно стрид понимает и кто нет. Курш парай сапрот он курш не. Это была манифестация. Та би манифестация. Реальной силы и власти. Реалом спаком он варай. И взяли они тельца. Он по ней вини. И дальше говорится, и призывали имя Ваала, он писал за Баал варду, от утра, но рита, до полудня, лиц деной, говоря: Ваал, сакот Баал, услышь нас, отбилди мумс, но не было ни голоса, бетур невине винес, ни ответа, не дзарикац отбилдис. Вы знаете, что задача Бога? Юзене Дев уздавамс. Задача Бога? Дева уздавамс. Показать врагам народа Божьего беспомощность виню и бессилие Дев бесплидзибу богов. Народ таута проиграет, заудаес, если боги умолкнут. Я Деве апкусес. Это Бог заинтересован. Диос ир иентерсес. Дьявол хочет, чтобы наш Бог умолк. Мусу Диос апклуст. А наш Бог мусу Диос желает, чтобы их боги велас, умолкли. Велас, лай виню Диева апклусту. И вот эти жрецы Ваала прыгают вокруг этого жертвенника. Шим алтарем. Совершают все свои ритуалы. Вейц висаус ритуалс. И потом ножами уже колят себя. А боги молчат. Бе деви клусе. Боги молчат. Деви клусе. О чем это говорит? Про кого ты сруна? Когда боги молчат, тадка деви клусе, народ унывает и бедствует. Скумст он циеш. Народ, у которого обрывается таута связь с богами, сараута сайта сэр деву, он деградирует и погибает. Да, деградаю на зид боя. Либо Бог показывает их беспомощность. Деус порадвиню бесполидзиебу. Прошел полдень, виду, и они все еще бесновались скрей, до самого времени вечернего жертвоприношения. Вакара лайкам. Представляете? Стадитесь прикша. Целый день шел праздник поклонения. Весел день гапи луксмы святки. Но боги молчали. Бет деви клусе. Потому что этот момент да, возле жертвенника алтара, происходило это великое духовное сражение. Как вчера Бог вакар, совершал суды над богами Египта, веица, девием, так в этот день та, диена, возле жертвенника алтара, Бог совершал суды веица, над богами Ваала. Пар Баала, девием. Мы должны с вами понимать, когда мы поклоняемся jums jāsaprot, ka mēs pielūdzam и когда мы приносим жертву, un, ka pienesam upurus, прославленный Бог tad славатый совершает суды над богами твоих врагов. Пар таву ienaidnieku девием. Амен. Амен. Восстань, Господь, целиес, кунгс, и рассеются враги твои, истовы, и все ложные боги исчезнут с лица земли. Но не обязательно тебе понимать и контролировать, облагает, как это сапрас, Бог будет делать. Контролирует, когда и устроит. Пророчествуй. Праветуа. И провозглашай. Он оплецени. Я знаю, что эти хиты, хиты, эти молитвы, и эти жертвы, он упури, они очистят духовные пространства. Отырит его виды. И все языческие боги Латвии. Паган деви, Латвия. Сколько их? Cik viņu ir? 60 матерей. 60 мать лосию. Мать дороги. Целя мать. Мать моря. Юрс мать. Мать солнца. Саулес мать. Мать навоза. Мать маты. Латвия. Думаю, Латвия. Так кого ж ты почитаешь? Кот угода. Да где ж найти твою мать? Кур адрестов на самом деле настоящую, а? Сам, и поклоняются туда и сюда. Турун шур. А знаете, когда у нас будет праздник поклонения, и когда на межапарке, он кад межапарка, провозглашать мы мы тот народ, у которого Господь есть Бог,
В этот момент боги, языческие боги этой страны, они потеряют власть, и они умолкнут, потому что возвысит свой голос живой Бог, имя которого Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Амин. Представьте, целый день поклонялись. Боги молчат. Это победа народа Божьего. И 31-й. И взял Илья 12 камней по числу колен сынов Якова. И Господь сказал так. Израиль будет имя твое. Короче, построил, положил дрова, рассек тельца, положил дрова и сказал, наполните водою. 36-й. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья, пророк, и сказал, Господи Боже Авраама, Абрахама, Исаака, Изака, Якова, Якова, да познают в этот день, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой, и сделал все Esmu darījis visu pēc taviem vārdiem. Lai iepazīstinātu tautu, ka nav cita dieva, nav cita vārda zem debesīm, par kuru mums nākās būt glābtiem. Tas ir tavs vārds. Atbildi caur uguni. Pieņem šo upuri. И пусть это будет очевидно для всех. Visiem. И когда эти боги умолкли, обклуст, Господь восстань, das kungs celās, провозгласи свое слово, apliecini savu vārdu, и продемонстрируй, un nodemonstrē, что ты Всевышний, ka tu esi visvarenais, и что в твоих руках, un ka tavās rokās, вся власть и сила. Ir visvarons spēks. 38. И не спал огонь Tata, Господень, у кунга угунс нокрита, и пожрал все сожжения, да, апридедзинам опури, и дрова, малку, и камни, и прах, pelnus, поглотил воду, ir ūdens, которая была во рве, kas bija grāvī. Подумайте, подумай, draug, что такое жертва? Kas ir upurs? Жертва это то, на что реагирует upurs ir tas, uz ko reaģē, духовный мир, garīgā pasaule. Жертвенник – это место, алтарь – это место, где Бог являет свою власть, kur Dievs parāda savu varu, всемогущество, visspēcību. Это место, tā ir где vieta, он рот закроет, kur viņš всем muti visiem вражеским богам, ienaidnieku dieviem, и совершит суд над ним, un veiks tiesu par tiem, и покажет, что он единственный, un parādīt, ka viņš ir vienīgais. Люди стоят, cilvēki stāv. Это вечернее приношение. Šis vakarpienas skrēj savu solnce уже садилось. Vēl par visu saulē jau rietēja. И вдруг, un pēkšņi, без всяких спичек, без всякого сарокоцина, без всякого керосина, без всякого петролея, специальных средств, специалом лета. Люди видят, человек рад, как на небесем, огонь, угонь, и поглотил, он опрыв и жертву, и жертвенник, упоры, алтарь, вису, и народ Божий, он дева таута, увидев это, радзот то, пал на лицо свое, крита арсалваик без земис, и сказал, он сацие. Господь, tas kungs есть ir Бог. Dievs. Господь, tas kungs есть Бог. Ir Dievs. Моя мечта, mans sapnis, чтобы манифестация нашего Господа, lai mūsu kunga manifestācija, сверхъестественно манифестация, pārdabiskā manifestācija, его владычество, viņa varai, происходило, notiktu, как на территории твоего сердца, kā uz tavas sirds teritorijā, на территории церкви, draudzes teritorijā, а также на территории нашей страны. Un tāpat arī mūsu valsts teritorijā. Мы готовим путь. Mēs gatavojam ceļu tam kungam. И говорим, все горы да понизятся. Visi kalni, lai все долины да наполнятся. Visi ielas, lai piepildās. Все кривизны да исправятся. Visi līkumi, lai iztaisnojās. И да узрит всякая плоть. Un lai redz katra miesa. Спасение. Glābšanu tavu. Пусть боги Египта умолкнут. Lai Ēģiptes dievi а наш Бог, bet mūsu Dievs, пусть возглаголит. Lai ему надлежит царствовать. Viņam nāks valdīt. Доколе все враги, kam ir visi ienaidnieki, не будут положены. Netiks nolikti. В подножие ног его. Zem viņa kājām. Братья, давайте возьмем сейчас десятину. Paņemsim tagad savas desmitās tiesas. Возьмем сейчас свою десятину. Paņemsim desmitās tiesas. Возьмем свои пожертвования. Savus ziedojumus. Кстати, объявление. Через пару недель будет конференция. Это
очень финансово емкое мероприятие. И давайте постараемся, кроме десятины, которую мы приносим сюда, принесем жертву по количеству колен сынов Израилевых. Нам нужны на самом деле сейчас большие вложения, если у тебя есть такая возможность. Возьми и покажи Богу это. Огонь придет на жертву. Слава Божья придет на жертву. Боги наших врагов умолкнут. Голос клеветника умолк. Демонические голоса умолкнут. Дьявол потеряет власть. Но что мы говорим о жертве Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Давайте возьмем сейчас свою жертву. Давайте возьмем свою жертву. Подними ее. И давай помолимся. Скажи, Отец Небесный, я благодарю Тебя за это слово. Я благодарю Тебя, что вся сила, могущество, владычество в имени Иисуса Христа. Я прошу Тебя об одном только. Пусть никогда Твой голос не умолкнет в моем сердце и в моем служении. Господь, Кунгс, да придет Царствие Твое, да святится имя Твое, и да будет воля Твоя на этой земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, Твоя есть сила и Твоя есть слава во веки веков. Пусть на этой земле умолкнут голоса языческих богов. Пусть на этой земле жертвенники Ваала будут уничтожены и разрушены. Пусть на этой земле будут жертвенники праведных. И прими посредством огня эти жертвы. И да познает этот народ, что нет другого Бога, кроме Бога Авраама, Исаака и Иакова, и что нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. Это имя Иисуса Христа. Пусть боги языческие умолкнут, и авторитет нашего живого Бога будет утвержден во имя Иисуса Христа. Аминь. Амин. 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 Пустите ведра по залу, пожалуйста. Да. Следующая история, которую хотел прочитать, это Судей, 6 глава. На укошечнотикумску гребизлсы, это сир Судей. Пожалуйста, пустите ведра, пусть они идут. А мы эту мысль продолжим. Мы стурпинасим шо дуом. Как вам кажется? Ка им слекас? Почему? Кадель? Главная задача Бога? Главное сделать уздавомс. Разрушить. Саграуть. Языческие жертвенники. Погану алтарус. И прямо на этом месте. Построить жертвенник Богу. Устелт алтар девам. Враги приходят. И на дне кинак. Кого-то мест нету других. И тка циту вет не будет. Именно на этом месте. Тещини вета. Разрушают Господень жертвенник. Изарда. И строят языческие. Погану им алтарун цель. Что там в Израиле? Других как мест, тур? Что ли, нету? Израила не бей циту вету. Там, где был храм Соломона. Турбый, курбый Соломон темплс. Но напротив, возьмите. И постройте мечеть. Он устелит. Нет. Надо прямо вот разрушить храм. Тещи вайк темплы, ну, и прямо на этом месте. Тещи шини вета. Построить мечеть. Устелт мошеем. А евреи-то в долгу не остаются. Евреи парада, не полег. Они говорят, мы уже строительный материал подогнали. Материал. И мы взорвем эту мечеть и обязательно построим там храм Соломона. Это не пустяк. Это не просто тупые национальные амбиции. Жертвенник – это точка опоры, которую ты даешь своему Богу, чтобы он перевернул весь твой мир. И вот книга Судей. Смотрите, что Господь говорит. Говорит Гедеону. Он сказал Гедеонам. Здесь он говорит так.
23. 26. Это Судей 6:23. Судью 6:23. Господь сказал ему. Tas kungs sacīja viņam. Mir tebe, ne bojies, ne umrёš. Ar tevi nebīsties, tu nemirsi. Jo ustroil tam Gideon žertvenik Gospodu, nazval его Jehova Shalom. Altār tam kungam nosauca Jehova Shalom. В ту ночь. Tanī naktī. Сказал ему Господь. Sacīja viņam tas kungs. Возьми тельца. Ņem jaunu vērsi. И стада отца твоего. Kas pieder tam tēvam. И другого тельца. Un vēl otru vērsi. Семилетнего. Kas ir 7 gadus vecs. Разрушь un жертвенник Ваала, Баала, алтари, который у отца твоего, kas ir savam, tavam tēvam, сруби священное дерево, которое принял, стабу, и на этом же месте un šī pat vietā, поставь жертвенник Господу Богу алтари, твоему tam kungam, savam на вершине скалы этой kalna virsotnē, в порядке и возьми un paņem второго тельца otro vērsi. Вот стоит упрямо, как будто не может попозже. Правильно, такие обязанности. Возле каждого человека стой, пока не пожертвует. Да. По коридору еще пройди, по первому ряду, может, там этажу, может, там кто забыл. И вот смотрите, Господь Гидеону... Скажите, сделай Гидеоном сака. Гидеон, ты должен построить жертвенник Господу, чтобы я явил славу, чтобы я ослабил твоих врагов. Darīt vājas tev sienaidnieks. Kur? Вот приходил сюда. Atnāc šajieni. Разруш жертвенник Ваала. Noārdī Ваала. И построй жертвенник Господу. Алтарь там кунгам. Гидеон взял 10 человек из рабов своих. Гидеон спаņēma 10 человек. И сделал, как говорил ему Господь. Kā tas kungs viņam teica. Но как сделать это днем? Kā to izdarīt dienā? Viņš baidījās. Он боялся домашних отца своего. Viņš baidījās no sava tēva. То это сделал ночью. Viņš to izdarīja naktī. Поэтому, если кто-то побоялся пожертвовать днем, ir baidījies ziedot dienā, Оскар приедет ночью. Оскарс отброкс naktī. Оставьте, пожалуйста, там на Atstājiet вахте адрес там, пожалуйста. Savu adresīzi. Инкасатор заедет. Инкасаторс отброкс. Вечером. Vakarā. О, Господи. Ну, я думаю, вы и так уже получили откровение. Давайте сделаем все необходимое, чтобы на основании наших жертв, нашего посвящения Богу, пусть Бог сделает так, чтобы все вражеские боги умолкли. Восстань, Господь, рассеются враги твои и все ложные боги пусть исчезнут с лица земли. Аминь. Давайте помолимся. Мы сейчас помолимся. Халлелуя. Эрба махитоле. Рабоджи маха. Бел махитоле амрбер гумани ругур. Боле рибиандули. Halleluja, sindala hamara sudara džei. Slava un gods tev tās. Mēs pateicamies Jēzus Kristus vārdā. Mēs pateicamies, kā tavā vārdā ir rakstīts, kungs, ka altārs ir vieta, kur tu parādi savu spēku. Altārs ir vieta, kur mēs noslēdzam derību ar tevi. Kungs, ka altārs ir vieta, kur mēs parādām savu paļāvību uz tevīm, savas dzīves. Mēs noliekam uz šī altāra Jēzus Kristus vārdā. Un es lūdzu tev, debes un zemes Dievs, nāc caur uguni un aprī katru upuri, kas uz šī altāra Jēzus Kristus vārdā, lai atbildes mūsu dzīvē ir redzamas, kungs, un lai mūsu ticība tiek balstīta ne uz tukšiem vārdiem, bet uz darbiem, ko redzam tavā dzīvē. Slava tev, gods un pateicība! Tas tev pateicams par katru vajadzību, kas ir tavā priekšā, un es lūdzu, debes un zemes Dievs, par šo māsu, kura ir slimnīcā, Jēzus Kristus vārdā, kura ir insults, kungs, pieskries viņai tur, ar savu garu, lai tavs dziedinošais spēks nāk par viņu tagad, kungs, un lai viņa redz, ka iestāšanās par viņu, kungs, ka lūkšanas un saukšanas uz tavu vārdu nav tukši izgudrojums, debes un zemes Dievs, bet ka tu apmierini katru vajadzību pēc savas pilnās godības un bagātības, Kristu Jēzu, un tu atbildīgi uz vienas, tev pateicos tās, par dziedināšanu viņas dzīvē, Jēzus Kristus vārdā. Es tev pateicos par katru atbildi, Jēzus vārdā, kuru kungs, tu nesi savai tautai. Visu godu un visu slavu mēs atdodam tikai tev, pielūdzam tevi, slavējam un godājam, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Halleluja.